Ограничений никаких нет, регламентирующих, значит, вашу работу, вот поэтому вместе с отделом МВД обеспечить безопасность, значит, и в городе, и, значит, сельских поселений. Обеспечить полный порядок на территории района в период майских праздников – такую задачу поставил глава района Разиф Каримов на совместном заседании антитеррористической комиссии. В ходе заседания был утвержден комплекс мер по предупреждению террористических и экстремистских проявлений на территории района. На заседании комиссии начальник отдела МВД России по Заинскому району Айдар Фасхудинов доложил о том, какие меры будут предприняты службой по предупреждению террористических проявлений. На заседании комиссии также были обсуждены меры работы с подписчиками деструктивных групп в соцсетях. Это касается в первую очередь подростков, а также меры по профилактике терроризма и экстремизма в сельских поселениях района. Елена Маврина, Денис Ипатов, Александр Тимофеев. Новости Заинска.